Как говорил классик, ничто не вечно под луной. Срок годности есть у всего, от продуктов в холодильнике до крема от морщин. И если за первым хозяйка следит регулярно, то второму уделяет гораздо меньше внимания. А зря, тем более, что срок хранения до и после открытия – разные вещи. Любимые всеми женщинами тюбики и эликсиры красоты тоже попадают в этот список. Но на каждом из них есть интересный значок в виде открытой баночки. Именно он подскажет, сколько можно использовать крем с момента его открытия. 6, 12 или 24 месяца, а некоторые хранятся и вовсе не больше 3. Чем натуральнее состав, тем короче дата использования. В открытую банку попадает воздух, а значит, процесс окисления запущен. Возникает вопрос, как же не затеряться в календарных днях? Существует два варианта. Первый – вы можете вести дневник, в котором будете фиксировать все даты с начала использования косметики. Но это для слишком организованных женщин. Второй – как шеф-повар, клеить стикеры с месяцем и датой на тюбике. Самый длительный срок годности у средств с дозатором на флаконе. Он словно барьер между содержимым и внешней средой. Если крем в банке, его лучше наносить специальным шпателем или ватной палочкой. Это что касается использования, но есть и правила хранения. Прямые солнечные лучи – главные враги всех бьюти-продуктов, поэтому все складываем в коробку и храним в темном сухом месте при температуре не выше 25 градусов. А значит, и ванная комната тоже не подходит. Влага и постоянные перепады температуры меняют консистенцию средств, а еще провоцируют рост и размножение бактерий. Оставляем на полке только гели, муссы и пилинги. В холодильнике храним гидрогелевые патчи и тканевые маски. Тем самым продлеваем срок годности, а в подарок получаем охлаждающий эффект. Важно помнить и о декоративной косметике. Ее следует хранить в удобном футляре, а все содержимое периодически дезинфицировать. Не забываем мыть кисти и спонжи с мылом. Еще лучше регулярно заменять их на новые. Ведь если использовать туалетные принадлежности неправильно, вместо аккуратного макияжа и увлажненной кожи могут появиться аллергические высыпания и забитые поры. Наталья Жадько, Владислав Кравцов. Утро нового дня.